Приветствую, друзья. Вот посмотрите, к Новому году праздничный такой стол, и там вот куклы собрались и празднуют Новый год. Это я к вебинарам готовлю каждый раз, вы знаете, какую-то новую картину для интереса. Вот теперь посмотрите, пожалуйста. Я в прошлый раз выпустил ролик, в котором говорил о том, что нужна активность, чтобы вы писали комментарии, ставили лайки, делились со своими группами, делились с друзьями. И так сказал о том, что как же нам быть, потому что уникальный я даю контент, и вот сейчас дам уникальный контент. Именно сейчас дам тоже уникальный контент, естественно, бесплатно. Потому что я так к этому привык. Но есть у нас и бесплатные ликбезы по 2-3 часа. Кто не видел, кто новичок, смотрите там плейлисты. Бесплатные ликбезы. Каждый найдет для себя свой прием, который ему подходит. И вот сейчас я дам такой, потому что мне там разделились люди на две группы. Одни стали мне писать и в личку о том, что вот не покидайте нас, вы наша точка опоры, как же мы, вы теперь вы будете только вебинары делать, а бесплатно, когда вы будете делать ролики, а мы же все время смотрим. А другие писали мне наоборот. Именно надо вебинары, именно платные, потому что если дается бесплатно, люди не ценят. Ну, две группы такие. Но я все-таки решил, принял решение, все-таки я бесплатные продолжу, потому что действительно, если есть люди, которые в этом сильно нуждаются, получать постоянно поддержку, пожалуйста. Но и те, которые, пожалуйста, продвигайте наш канал «Школа Человек Будущего» Homo Futurus. Он же нужен большему и большему числу людей. Нас же смотрят очень много людей в разных странах. Кто знает русский язык, они все смотрят в разных странах. Пожалуйста, лайкайте, продвигайте, да, пишите комменты. Не знаете, что написать, повторяюсь, пишите вопросы, потому что это принципы Ютуба. Это не я придумал. Чем больше там будет заполнение комментами и лайками, тем больше продвигается канал. И тем больше людей получает помощь, поддержку, советы. Мы не клиника, я еще раз предупреждаю. Итак, сейчас обещанный мной уникальный контент, которого в мире, кстати, нет. Ни на каком языке мира. Я сейчас скажу. В прошлый раз я говорил как-то о том, что если вы делаете такой зигзаг, такую звезду хаоса глазами. Вверх взгляд, туда, сюда, туда, сюда. Быстро, 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 быстро глазами туда-сюда. Потом моргаете, моргаете, моргаете. А потом делаете волнообразное движение глазами. А потом задумались, у вас наступило состояние такое вот безмятежности. Стресс сразу снижается. А теперь я добавляю. Сделайте такое же хаотичное движение всем телом. Хаотичный танец. Туда-сюда, 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 потрястись, туда-сюда. И сами выдумывайте новые движения, которые раньше никогда не делали. Хаотичный танец. Я дружил с Зыкиной, Людмилой Зыкиной, которая пела хорошие песни. Там течет река Волга. И она мне однажды говорит: слушай, я, говорит, понять не могу, почему эта молодежь, вместо того, чтобы послушать мою песню и успокоиться, и наступит гармоничное состояние, они там трясутся, дрыгаются. Я ей сказал: Люда, дорогая, у них столько напряжения, столько энергии, поэтому пусть сначала потрясутся, а потом давай свою песню. И вот тогда все будет в комплекте. И она подумала и сказала: ты правильно, наверное, говоришь. И вот я сейчас даю возможность потрястись. Потому что если человек потрясся как следует, хаотично, это тоже звезда хаоса, только уже не на уровне глаз, а на уровне тела.
Да, потряслись, а потом сели, отпустили взгляд, рассеянный, думаете, о чем думается, и сразу стресс снижается. Появляется такое хорошее состояние, благоденствие, безмятежность, такое приятное ощущение. Может быть, для некоторых людей, которые давно не испытывали такого приятного состояния, когда все отпустило, как гора с плеч, как гора с плеч, такое хорошее состояние. Друзья, а соединение первого контента, звезда хаоса на уровне глаз и звезда хаоса на уровне тела, дает мощнейший взрывной эффект раскрепощения, освобождения. Такое состояние, когда снимаются блоки сознания и блоки тела. И сели, и сделали ключевую волну. Подбираете действия, которые вам нравятся, раскачиваетесь или в сторону, маятник такой, или по кругу, да, и пустили мысли на самотек, и у кого-то слезы брызнут из глаз, и у кого-то появится зевота, и у кого-то появится такое приятное состояние, такое ощущение, когда на душе песня, у каждого по-своему. Появляется такое ощущение, когда так хорошо, а ведь скоро Новый год, друзья. Скоро у нас праздник, да. А это куклы. Куклы я нарисовал, празднуют. А в каждом из нас тоже есть какая-то кукла. И в детстве мы играли в куклы. Особенно девочки играли в куклы, а мальчики в машинки, в самолеты. Кто во что играл, и вспомните сейчас свое детство, свое естественное состояние, когда вы были маленькие, когда вам казалось, что мир такой большой и такой интересный, и главное быстрее вырасти, и все будет хорошо. И на самом деле все будет хорошо. Я вам дарю радость, друзья, я вам даю хорошие новости. Потому что это хорошая новость. Звезда хаоса глазами и звезда хаоса телом. Я не зря вспомнил Людмилу Георгиевну Зыкину. Какая прекрасная певица была. Ее песню «Широка река Волга». Да, вспомните. Пожалуйста, пишите комменты, пишите вопросы, и вместе все развиваем нашу школу «Человек будущего» Homo Futurus, потому что в следующем ролике я вам еще кое-что дам. Это уникальные контенты, берегите их. Это поможет вам омолаживаться и поможет вам быть свободными, энергичными. Это большая внутренняя психологическая устойчивость и защита от всех этих трудностей, от всех обстоятельств. И мы с вами будем всегда молоды и счастливы. До встречи, друзья!